Привет! Меня зовут Наташа Флокси, и я креативный директор компании Indiepop. Мне 25 лет, и я живу в Санкт-Петербурге, в самом прекрасном городе на Земле. Возможно, этот город можно сравнить с Амстердамом или Лондоном. Для многих он покажется серым и скучным, но не для меня. Я научилась этот мир видеть волшебным и цветным. Гуляя по городу, я вдохновляюсь архитектурой, грифонами и бесконечными мостами и мостиками. Для меня этот город является сердцем мира. Путешествуя, я всегда думаю о доме. Мне нравится замечать мелочи и удивляться каждый раз новым открытиям. Поэтому не без помощи своих друзей удалось сделать мой сайт. И теперь я могу показать на нем все, что было сделано мной на протяжении почти 7 лет. Вы можете добавить меня в любой социальный круг. Facebook, ВКонтакте, Instagram или в Twitter. Это легко сделать на моем сайте. В верхнем правом углу есть ссылки на мои аккаунты. И добро пожаловать, друзья! Каждый день я рисую. И рисую очень много. Я считаю, что круто, когда твоя работа доставляет тебе море положительных эмоций. Мой стиль складывается с доброты и тепла, которые я хочу донести до людей. Я не помню ни, чтобы я сидела и думала, что буду делать завтра. В моей жизни все очевидно. Я буду завтра рисовать. И послезавтра тоже. Почти наверняка. Помимо иллюстраций, я обожаю шить игрушки. Их количество уже более 400. Они живут в разных частях мира и пьют с новыми хозяинами чай с печеньками. Их любят, и я в этом уверена. Мои друзья очень любят мое творчество. Они часто просят подарить их флоксика. Меня это очень радует. С удовольствием шью игрушку по первой же просьбе. Граффити я занимаюсь с 2000 года. Скорее всего, мы с ним не совсем граффити в изначальном смысле этого слова, но он и не является стрит-артом. Это красивые картинки, которые заставляют людей улыбнуться. Мои работы очень яркие, и, конечно же, здорово, когда ты видишь, что каждый выбранный тобой персонаж и цвет дружит друг с другом. Процесс рисования на стенах очень прост. Для начала нужно придумать идею, нарисовать эскиз, затем подобрать палитру и краску. Обычно я завершаю рисовку картинки контуром, который наношу исключительно кисточкой. Важная составляющая в моем творчестве – это общение с коллегами. Так сложилось, что в граффити мало девочек, но мне очень нравится этим заниматься. У меня появились замечательные, веселые, любимые друзья. Для многих из нас граффити – это уже работа. Ребята много путешествуют по другим странам и представляют Россию на крупных граффити-фестивалях и мероприятиях. На мой взгляд, очень достойно. Когда мне предложили заняться проектом для лаборатории Касперского, я очень сильно переживала, ведь это такая большая ответственность. Таких крупных проектов я раньше никогда не делала. Я рада была работать над этим проектом и уверена, что в будущем меня ждут не менее интересные проекты, чем этот. В 2008 году мы с моим будущим мужем создали компанию India Interactive и стали делать очень красивые интерактивные сайты. В этом году мы получили Каннского льва в номинации «Сайбер» и, конечно же, очень рады этому событию. Сейчас в компании Indiepop мы делаем игры и приложения под мобильные платформы, в основном для iPhone и Android. Я уверена, что у нас получится развить их направление на самом высоком уровне. Недавно мы открыли офис в Америке и, конечно же, стали еще смелее к этим целям. У меня большая семья. Мой папа – бывший военный, а мама – медицинский работник. Старший брат сейчас работает инженером большой-большой компании. Никто не понимает, откуда у меня такая тяга к искусству, но больше всех интересуется об этом бабушка. Дома у меня живут две улитки – Гарри и Плоттер, и моя любимая кошечка Техи. Я родилась и живу в красивейшем пригороде – Пушкине. Он находится на юге и является самым зеленым и солнечным районом. Весной и летом мы с сыном любим кататься по паркам и кормить белочек и птичек. В этом городе нет суеты большого мегаполиса, но в то же время до центра Санкт-Петербурга я добираюсь меньше, чем за час. В моем представлении Пушкин – это идеальное место для меня и моей семьи. Спасибо вам всем! Творите добро!